надоело играть одному и в тишине? Тогда стоит зайти на Discord-сервер по Mobile Legends. На сервере Play with Micro ты сможешь найти тиммейта и просто пообщаться с игроками ML. Раз в месяц там проходят турниры с денежным призом, а также ты сможешь принять участие в мини-турнирах. Они проходят каждые выходные. Ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько. А мы дождались, наконец, мага воды в наши ряды. Русалку Кадиту. Что же она умеет? Пассивная способность. Нанося урон своими навыками, Кадита замедляет автоатаку противника на 60%. Берегитесь, автоатакеры. Далее еще веселее. Первый навык. Кадита ныряет под волну и несется вперед. Потом возвращается назад, если ее не трогать. Кроме урона, еще и замедляет противника на 70%. Особенность навыка в том, что мы можем пересекать препятствия с помощью него, потому что, нажав на навык второй раз или используя другой навык, Кадита выскакивает из волны, а волна несется дальше, по-прежнему нанося урон. Уникален навык еще и тем, что когда Кадита внутри волны, на нее не действует контроль, а урон снижен. Отличный навык как для эскейпа, так и для атаки, либо проверки кустов. Также легко применять его в любой комбинации. Второй навык. Кадита призывает гейзер под ноги противника. Кроме нанесения урона, гейзер еще и подбрасывает врага на 1.5 секунды. Время активации примерно такое же, как у омута Виксаны. Кроме того, когда вы находитесь в волне первого навыка и используете второй навык, он срабатывает практически без задержки. Это массовый контроль с подкидыванием, весьма приятный навык, как по урону, так и по действию. Ульта. Кадита выпускает волны в разные стороны, которые наносят урон, и возвращаясь наносит половину урона. В это время Кадита прячется под воду и не получает урон сама. Кажется, и контроль обходит ее стороной. Думаю, на видео вы уже заприметили комбинацию из этих чудесных навыков. Ставим омут, врываемся первым навыком, ультуем и преследуем врага. Или начинаем с первого навыка, используем второй и ульту тут же. Ну красота же, пусть маг и не силен издали и надо будет что-то собрать на выживание, но маг с такими возможностями радует. Пишите в комментариях, понравилась ли вам Кадита. Подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!